Вот. Снимай, веди за рыбой. Мне кажется, ботик. Снимаешь? Ага. А, достаю, мое. Достаем. Снимай мамины руки. Во. Окушок. Вот такой. Рыбка. Окушок. Ивушки, вот. Вот, как красиво. Как мы ловим рыбу. Сейчас. Там мы ловим рыбу. Нать. Мама, чуть не упустила рыбку. На, я буду дальше. Ой, что я ей знакомый сетку не могу. Положи свою бутылку, у меня вот рыба не открыла. Надо. Так, кусок подошел. Я вам покажу, как подняться. Я просто сложно. Трудно. Ну всегда нету трудного. Вот тропиночка. Покажу еще один раз. Покажу еще место. Где же ставок? Вот оно. Вот оно, благодарный ставок. Это все рыбачье. Это кажется какое-то типа рыбачье море. Да я шучу. Да я все шучу. Здесь я вижу конец. Здесь какая-то странный человек идет. Надо, кажется, надо включить камеру. Ну, так что мы замыли. И вот здесь какие-то тучи пошли. И что солнце спрятает. А и оба. Я уже теперь тура. Вот здесь вижу облака такие красивые. Ну, если это видео понравилось, лайк, вот, солнце зашло. Ну, как это, типа, действительно понравилось, тогда лайк. Здесь вот, вот я показал вам в первой части. Ой, нет, не первая, а лучше здесь. Нет, это когда я, вы именно... Вы знаете, когда вы и снимали... За 5 минут про церковь, там, про площадку и так далее. И про место, где будет ловить мама. И не на... Буду вот здесь заканчивать, как в том же части. Именно... Вижу, действительно, на детей. И в таких ситуациях... Привет! Будет человек здоровиться. Ну, ладно. Но старайтесь и понравился. Если будет так, что я вам не прочитайте, ставьте лайк. Спасибо за просмотр, подписка. Ну, как это? Я вижу, типа... Вот наш ставочек. Ну, первое. А здесь пить. А мог действительно забыть. А вы смеете этому?
А лайк. Ну ладно. Всем пока. Всем удачи. Не забудьте. Можете ставить лайк. Так. Ну как это типа? Блин, я забыл. Вот. Деревня. Ну сейчас. А я здесь. Я мыла. О, вот. Всем пока.